Так, новости. Ну, сегодня новости просто прекрасные. Вот записывать видео, когда новости хорошие, ну, просто одно удовольствие. Ну, вот, чтобы не быть голословным, просто зачитаю отчет за неделю, который мне присылают. Запущен Mavermining. Так, с некоторыми программными ошибками на начальном этапе, которые уже поправили. В итоге все сейчас работает хорошо. Вот основные плюсы. Дневной ввод в среднем увеличился на 100%. Явно видно увеличение динамики онлайн, оживление в чатах и Фейсбуке. Группы, фан-странички, личные странички участников. Требования быстрее подтверждать переводы и тому подобное. Этим инструментом мы хотим обкатать живой отзыв в режиме в реального времени, прямо на семинаре. То есть любой желающий сможет проверить, как работает система. И получить плюс 10% прямо во время семинара. Потом запишем это на видео. Второй пункт. Было проведено 7 офлайн мероприятий, которые показывают лучшую эффективность, чем когда бы то ни было. Вот просто зачитываю. Третий пункт. Сделаны профессиональные промо-видео мероприятия нашей специальной видеокоманды МММщиков для дальнейшего продвижения в интернете. Вот мне перечисляют эти видео. Четвертый пункт. Сняли первые два видео из серии «Спасибо, МММ». Ну, вот я просто зачитываю, что мне присылают, это я не подбирал. Пятый пункт. Наша видеокоманда собирает видеоматериалы, чтобы в последующем выпустить фильм «Этапы развития МММ Филиппины». Шестой пункт. Бурно обсуждается планирование большого мероприятия в Маниле. Предполагаемая дата 31 мая. Ожидается 500 тысяч человек. Седьмой пункт. Одобрено и проплачено открытие первого офиса. В настоящее время уже идет ремонт. Вскоре должна пройти проверка из госучреждения, чтобы получить новые документы. Но никаких проблем тут не должно возникнуть. Вот, просто перечисляю пункт, который мне прислали. Видите? То есть все идет просто великолепно. Так что все замечательно, но главное сейчас, конечно, не расслабляться и вот этот темп сохранить. Это очень важно, потому что вот когда начинаются такие успехи, начинается расслабление, вот ни в коем случае. Надо этот темп сохранить, работать на благо системы, и все будет еще лучше. Так что вот так. Надеюсь, следующее мое видео будет столь же хорошим, даже еще более бодрым. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.